Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия под названием «Chill Out with the Sneak Peek of Frostbite Caves». Начинается уровень, и мы сейчас получаем первое вооружение. Это Torchwood, горящее дерево из платного списка. А также получили горох. Данную связку мы разместили на третьей линии, там где у нас появляются первые зомби. На третьей и первой линии. А также к нашему вооружению мы получаем еще тройной горох, прокачанный в Зенгардене. Вновь получаем торч, вот я думаю, что как минимум 5 штук горящих деревьев мы получим по каждой в ряд. И в этой миссии у нас проблем не будет, особенно если мы применим плант. А плант способен превратить горящее дерево уже в ледяное, и соответственно урон будет намного больше. На пятой линии к нам идет зомби с ведром. Тут думаю, что нам надо поставить тройной горох. А получаем плант, и на нас надвигается большая волна. Вновь получаем плант. На первой линии я смотрю, что идет зомби с компании Ancient Egypt, такой вот желтой оболочки. Обычно его очень тяжело пробить, но с помощью связки горящее дерево плюс горох мы сможем с легкостью пробивать зомби с компании Ancient Egypt, как и любых противников на поле. А к нам сейчас надвигается вновь большая волна, мы сейчас получаем плант и получили торч. Вот мы его ставим на пятую линию, таким образом у нас линия полностью готова, состоящая из горящих деревьев. Но горящие деревья у нас становятся ледяными. Мы практически везде использовали плент для Торчвуда. Сейчас еще раз получаем плент и его используем для последнего горящего дерева. А на нас сейчас надвигается уже финальная волна. И к нам движутся последние силы противников. Мы сейчас посадили еще тройной горох на пятой линии. Тут даже можно и не запускать газонокосилку. Получаем алмаз. Но думаю, что газонокосилку мы все-таки запустим на первой линии. Хотя, как я уже сказал, мы и без нее отлично справились. Убрали сейчас последнего зомби и проходим данную миссию, после чего будем скрывать подарки. В первом подарке у нас рассада, во втором деньги и в третьем 1000 монет. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!